Всем привет, дорогие друзья и подписчики. Давненько я не делал обзоров, так как что-то посылки долго не шли. Очень много висит посылок в Китае, почему не знаю, был открыт не один спор о возврате денег. Точнее, спора 4, наверное, или 5, если мне память не изменяет. Не хотят китайцы поставлять больше нам посылки. Но тут вот сегодня позвонили, сказали, что пришло 5 пакетов мелких. Примерно я представляю, что это может быть. Давайте посмотрим. А тут вот, по идее, должно быть 3 чехла на LG G3, LG G2 и, по-моему, на HTC Desire. Вот давайте начнем с желтенького пакетика. Так. Когда было отправлено, не видно. Так, да, это чехол белый на LG G3. Попросили знакомый заказать белый вот с таким вот окошком. Кожзам. И качество довольно-таки, в принципе, неплохое. Ну да, качество хорошее. Здесь вот такая выбивка. Не знаю, вам не видно. Видно, не видно. LG G3. Вот. На свету видно. Белый цвет. Так. Одна есть. Теперь еще одна. Заказывал я месяца 2 назад, но по печати. Так, сейчас печать. Вот видно, что китайцы отправили ее 6 сентября. Даже висят посылки. Многие не отслеживаются. Китайцы обещают, просят подождать, не открывать споры. Но ждать мы не любим, как говорится. Это на HTC Desire 601 чехол. Ну, неплохой тоже. Вот так вот открывается он. Что там, что здесь магнитик. Видим. Такой вот чехольчик, черненький, приятный на ощупь. И вот это, я, честно говоря, не знаю, что это. Может быть, отправлено, кстати, кого-то почтой SF Express, которая по трекам не пробивается. Вернее, китайцы треки не дают, когда отправляют этой почтой. Просит извинения, типа объясняет, что заказ менее $30. Ну, это какие-то сказки прям. Что здесь, я не знаю. Так. А, да, тоже чехол. На LG G2 Mini. Такой вот чехольчик. Черный. Фирма Nilkin. Кстати, неплохая фирма, если будете заказывать. Ну, качественно она чехлы делает. И, в принципе, цены невысокие. Так, с этим мы разобрались. Вот такие вот 3 чехла у нас. Ссылочки будут под видео, как всегда, под описанием. В принципе, качество хорошая. Всех трех. Так, теперь поехали дальше. Дальше. Здесь у нас должен быть детский коврик для рисования для малышей. И я его двухгодовалому ребенку.
Да. Тут еще бумажка какая-то. А. Gospel Tradition. Ну, визитки ихние. Китайские. Да, вот такой вот коврик. Как он будет, не знаю, посмотрим. Суть в чем? Вот в этот фломастер наливается вода. И ребенок вот тут рисует. Так вот, видать вам, то, что полотно делится на 4 части, 4 цвета, то есть цветной. И там через 5 минут, то есть испаряются рисунки. Как бы вот такая вот фишка интересная. Ну, мелкому должно понравиться. Корм для рисования. И здесь. Тоже этой же почты. Экспресс. Должна быть машинка. Что-то стоимость была порядка $5, что ли. Ну да, вот такая вот машинка. Рейс, супер спид какой-то. Да, вот такого красного цвета, короче. Вот такая вот машинка на батарейках. Батарей, к сожалению, нету под рукой. Но здесь должно все гореть. Как она должна. А, она ездит тоже. А вот здесь включатель, выключатель. Она будет гонять, короче. Вот такая вот машиненка. Вот, вот такие вот пришли посылочки из Поднебесной. Всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Надеюсь, больше задержек с посылками не будет. Всем спасибо. Пока-пока.